22:47, 4 февраля. Мало того, что кое-как отработал сегодня, задыхался, кашлял. Ну, главное, что отработал, потому что в январе я отдыхал, поработал только 4 дня. Зарплата будет мизерная, сейчас нельзя пропускать. Ну, отмучился, все. Приезжаю домой, как мне херово, все замерзло, морозит. Примерно целый час наверху лежал под тепловентилятором и обогревался, пока наконец-то не согрелся. Но не суть. Какая-то у меня пиздоватая полоса невезения началась. Сначала насос просто барахлил. Сначала трубы перемерзли, я сбил случайно настройки. Он вроде все выправил, труба опять перемерзла. Ну ладно, отогрелся. Сейчас отогревал ее 1,5 часа. Насос включился, смотрю, а вода еле-еле идет. Хотя вот насос молотит. Открываю крышку и вижу следующую картину. Вот такие пиздецы. Кранты насосу. Хорошо в этом то, что есть другой насос такой же. Но неизвестно, работает он или нет. Сейчас уже время позднее, я пока занесу его, пока он оттает. Только утром уже смогу его проверить. Сейчас брат уехал в Братск, и батя хочет перекинуть ему деньги, чтобы брат купил новый насос. Что за какая-то череда невезения? Поддержите добрым словом в комментариях, потому что мне уже, если честно, не очень хорошо. Не в плане здоровья, а уже морально. Что одно за другим. Еще пират постоянно срывается с цепи. На абордаж ходит. Вчера хромал. Сегодня прихожу, его нету. Ну, сейчас пожарь приготовлю ему. Скорее всего, придет. Не болейте.